Работаете по принципу, у нас есть какая-то тактика, и мы ее придерживаемся, но с таким подходом вряд ли вы далеко уедете и вряд ли масштабируете свой бизнес. Вам нужна стратегия, или все-таки контент-план, или может быть медиа-план. Что такое вообще стратегия онлайн-продвижения? Как ее написать, как ее отслеживать? С этим всем будем разбираться на SMM-форуме в КМБ 1 декабря. Приходи!